Дорогие друзья, коллеги и все, кто интересуется новой профессией тьютор, я очень рада пригласить вас к нам в магистратуру на магистерскую программу тьюторства в сфере образования. В этой магистратуре есть госбюджетные места, и поэтому все, кто хочет и интересуется профессией тьютор, может поступить, обучиться и действительно потом работать тьюторами. Люди, которые поступят в магистратуру, будут знакомиться с курсами теоретические основы тьюторства, психологии индивидуализации, ресурсы открытого образования и так далее. Преподают у нас люди, которые реально занимаются тьюторской практикой. По-другому и невозможно, потому что эта профессия только входит, и действительно все люди, которые будут преподавать в магистратуре, это те реальные люди, с которых начиналась тьюторская практика в России. Параллельно с этим, как во всех магистратурах, у нас идет исследовательский процесс. Студент может не только проводить исследование академическое, но также может защищать проектную работу и кейс. Исследовательская работа – это тогда, когда на материале тьюторства вы действительно исследуете какую-то проблему, это очень важно, потому что практика новая. С другой стороны, можно иметь какую-то проектную идею и действительно за годы обучения в магистратуре, за 2 года реализовать эту идею и, собственно, этот проект выставить на защиту. А можно также предложить нетиповой кейс, как, например, у нас девочка несколько лет назад, магистрантка, работала с внезапно ослепшим мальчиком 11 класса и, собственно, как тьютор помогала ему выстраивать программу, вот в таких исключительных обстоятельствах. Я рада всех пригласить в нашу магистратуру. Пожалуйста, поступайте. И мне кажется, это будет очень интересное, насыщенное студенческое время. Не скажу, что легкое, но зато за 2 года вы действительно реально узнаете, что такое профессия тьютора, как может тьютор работать и в системе высшего образования, и в системе общего образования, и в системе дошкольного образования, и получить диплом, и работать тьютором. Благодарю за внимание.